Ямальские стерхи стали серебряными призерами российской хоккейной лиги. Сегодня команда вернулась из Саранска, где проходил решающий матч серии за звание чемпиона турнира. Дружине из Ноябрьска противостояла местная Мордовия. Пропустив две шайбы в оконцовке первого периода с интервалом буквально в несколько секунд, стерхи долго не могли реабилитироваться. Лишь в третьем периоде одну шайбу удалось отквитать, чего для победы оказалось недостаточно. Тем не менее, серебро РХЛ, да еще и с первой попытки, результат более чем впечатляющий. Ну, конечно, могли выиграть матч, но так получилось. Это хоккей, поэтому люди приходят на хоккей. Благодаря этим ребятам во многих уголках России узнали, что есть Ямал, что есть Ноябрьск, что есть ямальские стерхи уникальные, и есть такая отличная команда. И вот от всех жителей города я поздравляю эту великолепную команду с вице-чемпионством российской хоккейной лиги. И я уверен, что настоящая мужская игра, хоккей, в Ноябрьске будет развиваться.